Всего 18 дней предстоит трудиться жителям Татарстана в следующем месяце. Остальные приходятся на выходные и праздничные дни. Подробно о них рассказали в пресс-службе Республиканского министерства труда, занятости и социальной защиты. Начнется месяц с трехдневных выходных. Первая рабочая неделя продлится 4 дня, а следующая станет трехдневной. Так как День Победы выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 10 мая. А 13 числа татарстанцы будут отмечать Ураза-Байрам. Этот день в республике объявлен выходным. При этом продолжительность рабочего времени предпраздничных дней 30 апреля и 12 мая сокращается на 1 час.